А в Ханты-Мансийске зажгли более 800 свечей. В окружной столице прошла акция «Свеча памяти». На площади собрались горожане, чтобы почтить память жертв терактов. К югорчанам обратился руководитель духовно-просветительского центра Вячеслав Фомин. Он напомнил об уникальности России, о ее силе в объединении разных народов, способности создавать прекрасные вещи, независимо от того, к какой культуре мы относимся. Горожане выложили на площади из горящих свечей надпись «Нет террору» и почтили память погибших минутой молчания. В акции приняли участие представители администрации города, работающая молодежь и заместитель губернатора Всеволод Кольцов. День солидарности в борьбе с терроризмом. И сегодня молодежь города Ханты-Мансийска откликнулась на призыв поддержать акцию «Свеча памяти». Ребята зажгут свечу памяти в память о тех, кто стал жертвами террористических актов, которые случались в нашей стране и в других странах мира.